Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Ну что, рулеточку мы покрутили, немножко продаю денег. Заработал всего лишь 321 тысячу, но это мне не помешает купить... Что купить? Купить сундук. Трехзвездочный лучник. Окей, что тут у нас опять? Не пойму, я не хочу... Или крутанем. Давай крутанем все-таки. И... 20 тысяч. 20 тысяч нам выпадает, окей. Так, что сегодня нас ждет? Так, погоди-ка секундочку. Ага, лучники, ну-ка. Все? Все. 256 уровень. В комментариях я прочитал, что копеечки наносят невообразимый урон. Но, возможно, ребята, они наносят, но и в то же время они очень какие-то ватные. Давай смотреть, что же тут все-таки нас будет поджидать. Ё-моё, и как всегда, вражеская армия имеет преимущество, перевес офигенный. Но у меня есть чем, как говорится, их побаловать. Смотри, бамс. И все, ребята, и практически сравняли мы счет. Да, за счет вот динамита. Я тебе даже больше скажу. Не то, что сравняли счет, мы, по-моему, сейчас их еще и продавим, прожмем, уничтожим. Окей, но опять же, я тебе скажу, это... С помощью динамита. Не было бы его, нас бы тут смяли бы своим количеством. Так, я не хочу здесь ничего пока голосовать там это. Попробуем сегодня добраться до... Не знаю, может быть, ну, до 300, наверное, слишком долго и будет. Посмотрим. Так, смотри. Мои ассасины пока бегут, но на них переключается... Как только маги переключаются на моих ассасинов, все, начинается сразу нервотрепка. В чем заключается? В том, что почему-то ассасины очень... Ну, понятно, что они слабые, там все, но их очень быстро разбирают маги, очень быстро. Лучники, по идее, должны сносить этих магов на раз-два, но нифига подобного. Что-то бомбим, бомбим, стреляем, стреляем. Нет, ну, конечно, победили, но с такой натяжечкой, согласись. 232 тысячи, мне хватит? Хватит. Смотрим. Ох, вот это вот меня порадовали, кстати, неужели? Неужели мы можем с тобой соединить? Так. Ага, но они все равно разные. Отличие у них, у этого дубинка он с какими шипами, а у этого пока с простенькими. Но, тем не менее, он прокачался. И это уже хорошо. То есть он уже будет в разы сильнее, чем был до этого. 33 против 31. Гоу, гоу, гоу. Так, мои ассасины. Да их мало еще, вот в чем дело. Всего 4 штуки, это один отрядик получается, да? Ну, так как тут 2 огра. Бумс. Плюс, не забывай, что у нас капитан Барбоса еще есть. Да, смяли мы их тут. Даже не поморщились. Хей. И мне понравилось, что викинги очень быстрые. Так, это нам не нужно. Очень быстро они рвутся в бой, но также быстро получают звездюлей. 38 против 31 юнита, да? Вот это вот бесело. Вот это вот бесело. Мои лучники тупари, просто тупари. Ай-яй-яй-яй-яй. И что же по итогу получится? По итогу мы, по-моему, мы победим. Так, давай вот этого вот. Хоба, нормуль. Снаряды там летят. Робота бы вот этого прокачали бы тоже хорошенько бы. Не помешало на самом-то деле. 260 уровень. Невозможно написано. 36 против 31. Да я не особо тут вижу что-то такого у него мощного. Ну да, есть у них паладин, есть огр. А-а-а, я не увидел, что у него... Блин, думаю, что проблема-то? Почему мы... Быстро теряем юнитов, а у него потому что ассасины были. Ты смотри, этот паладин, а? Жесткач какой-то. Блин, почему голем мой постоянно где-то шоркается? Он никогда не участвует в центре битвы. Так, Барбоса, не подведи меня. Сейчас чувствую, он упадет. Не? Блин, а у них, смотри, у них там паладин остался. Да завалите вы, господи, ну что? С каким-то магом не могу справиться. Чего? Короче, достали они меня. Я офигею с этого мага. Этот маг завалил Барбоса, прикинь. Почти в одно лицо. Трындец. Ну вот, подкрепление нам здесь помогло. Получаем 56 тысяч
монет плюс сундук. А в нем маг однозвездочный. Ну, понятное дело, да? Скрещиваем. Двигаемся дальше. Двигаемся с тобой дальше и смотрим. Ё-моё. Это плохо. Когда я вижу вот такого вот прокачанного огра, что-то мне сразу как-то не по себе становится. И посмотри, какая там армия лукарей. Просто посмотри. Нет, ассасины, конечно, очень хорошо работают. Смотри, вылезает практически на ура. Причем одного за другим. Ха. Нормуль. Ну, заморозка все равно нам здесь помогла. Так бы эти лучники там бомбили бы, наверное, всех бы уничтожили бы мне. Йоу, парасете, тихо, стоп. Ты гляди, что там происходит. Ты просто посмотри. Подкрепление, срочно подкрепление. Угу. Конечно, у него такая офигенная армия была из ассасинов здесь, что мне пришлось даже два бустера потратить. Возможно, зря. Когда вы мне, блин, дадите валькирию? Когда? В магазин, говорит кто-то из подписчиков. Эй, ну почему ты не покупаешь? Где, ребята, где я вам куплю эту валькирию? Вот объясни, ее нету здесь. Нету. Блин, может быть, барбусу нам взять, а? Блин, ну это сколько нужно нам с тобой барбусу? Он же у нас какого, 4 уровня? Да, 4. Ладно, перебьемся. Мы просто с тобой будем зря выкидывать кристаллы. Да что ж такое, что за армии, ребята, идут? 52 юнита. Опять целая куча ассасинов. Куда динамит упал? Ага, сюда. Да, потом мы удивляемся, куда у меня все бусты деваются. Да вот сюда, ребят, деваются. Он чисто берет меня своим преимуществом. Именно количеством. Да, без динамита я бы здесь проиграл бы. Однозначно. 264 уровень. Смотрим, что у нас тут. Ну, по-божески еще, да? Грубо говоря, на равных почти. Плюс у меня ассасины. Вырезает лучников. Нормуль. Ну тут явно уже победа будет за нами. Хотя два паладина паршивых. Интересно, паладины сильнее огров или нет? Я имею в виду, если брать по базовым характеристикам. Ну все. Даже не упендривайтесь. Огры все равно одного моего валят. Как ни крути, хоть он прокачанный, все равно его здесь убивают. Ладно. Тяжелый уровень. Ну, здесь денежка у нас уже, да? Давай, денежку мы с тобой получим обязательно. Это удвоение получается, да, там? 29 юнитов вражеских против моих. О, опять ассасины. Давай этого мага. Ушатайте этого мага, господи, упал. И пошли они, короче, лучников валить. Действительно, лучники-ватники. То есть ассасины как раз хорошо уничтожают именно лукарей. Они не так быстро уничтожают магов, хотя должно быть, ну, как-то равномерно, да? Они должны уничтожать с такой же легкостью магов, как и лучников. Так, ну, у нас денег уже хватает для того, чтобы открыть очередной пак. Мечник. Мечник трехзвездочный. Ну, я так понимаю, скрещиваем. И все. Больше ничего. Так, кто-то мне сказал, можно их продавать. Продавать за золото. Ребят, ну, а стоит ли? Вот сам подумай. Да, у нас будет золото, но эти юниты же будут потихоньку копиться. И мы с тобой можем потом их скрещивать. Так что, я думаю, не стоит этим заниматься. 266 уровень. А чё так легенько-то? Они меня хотят вот этими вот бомберами завалить. Так у них не получится ничего, я тебе скажу. Неа. Абсолютно ничего не получается. Но ассасинов, как всегда, магией очень быстро разобрали. Я вот тебе и говорю, это какой-то дисбаланс. Мои ассасины не смогли уничтожить каких-то вшивых магов. Смотри, что они творят. Смотри, что... Ты смотри, что они вытворяют. Как такое может быть? Я не понимаю. Неужели они настолько сильны, чтобы
какая-то кучка магов просто уничтожила мою армию. Почти всю. Несправедливо это выходит. Тут абсолютно на равных. Это когда нету у врагов лучников или очень мало. Ассасины просто бесполезны. Просто бесполезны. Но тут, судя по всему, мы выиграем. Паладина уже уронили. Этих сейчас тоже уроним. Барбоса там наяривает. И добили. Очень быстро и легко, кстати. Так, и здесь мы получаем 43 тысячи монет. Итого у нас... Ага, 193 тысячи. Маловато будет. Ладно, ничего. Все равно... Ох ты! Сколько здесь бомберов, ты посмотри. Так, лучники. Ну им крышка, лучникам этим. Хотя, ё-моё, они... Вот как это они реагируют, я не понимаю. То иногда они вообще не смотрят, да? Строчат там, как умалишённые. То сразу же замечают врага сзади и начинают его атаковать. Но все равно им тут шансов нет на победу. Вот так вот. Капитан Барбоса последнего завалил своим клинком. Ну, а мы продолжаем нашу эпопею и смотрим, что у нас за следующий поединочек. 35 противников. У него ассасины, кстати. Вот они, 4 штуки. Смотри, они сразу же переключаются на лучников. Они не идут на магов, на моего голема, который стоит, а сразу же автоматом переходят. Робот, зачем ты сюда пришел, а? Вот кто тебя сюда звал? Ты должен быть вот здесь, в куче, так сказать, сражений. Нет, он решил там помочь, когда уже практически всех разобрали. Молодец, ничего не скажешь. Так, у нас сундучок, да? 270-я миссия. Блин, это сколько мы уже играем, и только лишь 270-я миссия, а их тут 1500. Да, мне кажется, их больше. Это мы только посмотрели, который нам дается юнит, последний, да? На миссии, которая 1500, а дальше-то неизвестно, что будет. Блин, голем, ты там справляешься или нет с этими ассасинами, а? Справился, молодец. Так, что у нас тут получается? Сейчас мы, если ушатаем, в плане. Ух, блин, вот я смотрю, огр вместе с паладином, это просто какой-то топ. Но у нас, если честно, вместо паладина неплохо справляется наш Барбоса. Но 58 тысяч монет, а в сундуке двухзвездочный огр. И плюс ко всему прочему, у нас хватает денег на пак. Получается, у нас трехзвездочный имп, которого мы можем соединить. Ага. И это шестизвездочный получается. Я даже не знаю, стоит ли его брать к нам в отряд. Хм. Так бы у нас, конечно, армия бы немножко бы увеличилась, если мы его возьмем. Может быть, вместо... Не хочу. Вот если бы прокачать нам этих двух... Почему я, кстати, не могу их прокачать? Они же вроде как одинаковые. Ну-ка, подожди. Так, робота возьмем. Посмотри внимательно. А, нет, у этих пояс, а у тех нету. То есть, видишь, вот здесь вот поясок. У этих гоблинов нету. Ладно. Тогда двигаемся дальше. Че это за армия? Одни копейщики. Леонидосы. И обычно... Ну-ка, посмотрим, насколько они действительно тут сильны. Ну, если честно, я не вижу тут никакой силы в этих копейщиках. Просто их разорвали и все. Сам видишь, все прекрасно. Ну, возможно, потому что их мало. Ну, прям такой вот, как мне сказали, супер-пупер там урон. Не вижу. Вот хотелось бы мне получить вот этого стрелка. Опачки, и получи. Маркмен, ребята, мы получили с вами стрелка. И я, наверное, с превеликим удовольствием его возьму. Куда вот только мы его поставим? Наверное, вот сюда. Все-таки эпик, как ни крути. Да. Я думаю, что от него будет больше толку, чем от этих бомберов. Посмотрим, конечно же. Пич, прям видно, как стреляет, но долго-долго перезарядка. Ладно, фиксим, зато издалека. Пич, блин. Может быть, поменять? Что-то как-то... Нет, стреляет, но я думал, что будет намного как бы больше урона наносить. Ладно, пускай пока остается. А вдруг нам выпадет еще одна, и мы сможем соединить. И, соответственно, получить лучшего стрелка.
Как говорится, может быть, шанс повышается. Ох ты. Пока мы все равно здесь с тобой лидируем именно по количеству юнитов. Обожаю, когда ассасин вот так вот делает. Просто палочку ушатали, видел? Со спины, да. Конечно же, со спины, но носится в любом случае очень много дамага. Давай, давай, последний паладин тут остался. Все. Докрякался. Идеально. Ну что, двигаемся дальше. 280-я миссия у нас, наверное, сегодня будет. Опять пока у нас преимущество. На один юнит буквально. Но смотри, что делают наши ассасины. Как раз они в стан зашли к лучникам и начинают их вырезать. Очень-очень быстро они тут орудуют. Все, победа. Вот так-то мне больше нравится. Поехали, 275 уровень. Ну, опять же, блин, у нас преимущество по армии, но у них огр. Причем намного сильнее, да, моего. Но зато у нас два огра. А у него два паладина. Так, ассасины разобрались. Давай, 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 этого огра быстренько все ушатали. Барбоса упал. Ха, мы и огра ушатали. Ну и палыча, естественно. Все. 59 тысяч плюс 50 гемов. Итого у нас... Ну смотри, 325 кристаллов. В принципе, неплохо. 450 накопим, сразу приобретаем с тобой сундук легендарный. Я не понял, ассасины, вы что делаете, а? Вы должны этих импов были разорвать еще на начале. Понятно. Ну, маги. Так, голем 1 на 1 с паладином. Вот тут нам помогает еще, кстати, немножечко. Бумс. Огр взял такой сзади дубиной. На, получи, чтобы не крякал больше здесь. И достается мечник, да, самый обычный простенький мечник. Шуршим дальше. Так, викингов, очень много викингов. Сейчас посмотрим, как мы быстро с ними вообще тут справимся. Ну, как бы, да, такой довольно тяжелый юнит, извини меня. Если огры, робот, ого. Это что за фокусы такие? Блин, моего стрелка завалили, а? Блин, ну посмотри, вот у нас тоже лучники, маги, но почему вот все равно какие-то мы слабенькие? Вроде я смотрю вот по прокачке. Вроде бы у нас все хорошо, отлично. Маги такие же. Но они почему-то нас разносят. По крайней мере, у них какое-то преимущество перед нами. Они меньшим количеством армии ушатывают нас. Так, а что это у нас здесь такое? Мечник второго уровня. Да и это фигня все. Двигаемся дальше. Тут большое преимущество, но опять же. Ох, ё-моё, целая армия ассасинов. Посмотри. Так, маг переключился, но слишком поздно. Мы, кстати, мы теряем юнитов очень быстро. Ты гляди, что творят. Ё-моё. Ну-ка, если я так сделаю. Так, погоди секунду. Нас четверо, их уже двое осталось. Их один. Давай, давай, проминаем этого паладина. Ну ты посмотри, а. Против паладина выступает робот, огр и маг тут из-под тяжка. И он все равно еще долго очень стоял здесь. То есть делай выводы, да, что этот юнит очень крепкий. Ну что, 280-я миссия скоро будет. О, их тут мало. Ну-ка, глянем. Вот смотри, маги очень быстро реагируют и оборачиваются, да, когда их начинают со спины бомбить. В отличие от лучников. Вот еще вот это я заметил. Куда, 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 куда? Сейчас посмотрим. Да, ребят, стрелок очень быстро. Тем более падает от обычного копейщика. Несмотря на то, что это эпическая карта, да, эпический персонаж. Он очень ватный. Только лишь издалека он что-то может, наверное, из себя представлять. Но в ближнем бою его очень быстро валят. 280-я миссия. Ох, ничего себе. Что будем делать? Динамит, конечно, ребята, будем бросать сейчас динамит.
Прям в кучу, прикинь. Бабах. И все. Да, дальше мы тут с тобой уже разберемся с ними. Тем более тут одни мечники. Интересно, если бы я не применил бы динамит, мы смогли бы выиграть? Не, вряд ли. Слишком уж большое у них тут преимущество было. 60 тысяч плюс сундук. В сундуке у нас что? Понятно, бомбер однозвездочный. Открываем. Опять же выпадает нам лучник. 3 звезды. Блин, когда мы с тобой дойдем до 300 миссии? Вот скажи-ка мне, на милость. Я уже просто хочу посмотреть, какая там труба будет. Как мне сказали, Рейдж, держись. На 300 миссии тебе будут там рвать одно место по полной программе. Хочу глянуть. Любопытно мне посмотреть, кто же там такой рвачуга. Ты посмотри, ну я вижу, что вот этот огр, да, рвачуга, ё-моё. Упал. Все, упал, и мы тут дальше с тобой разбираемся. Ну, естественно, мы играем до тех пор, пока мы не начнем фейлиться и пока у нас не закончатся наши бустеры. Поехали. Может быть, до 290 миссии-то сегодня мы доберемся. Хотелось бы мне в это верить, но у нас из бустеров только лишь осталась заморозка. Опять тупорылые ассасины уничтожили моих лучников. Ай-яй-яй-яй-яй, офигеть у них, конечно, армия здесь. Тут мне даже заморозка не поможет, ребят. Хотя, подожди, а вдруг все-таки вырулим тут? Смотри, Барбоса все-таки еще жив. 2 огра. Странно, но мы здесь победили. Я думал, будет фейл. Ха, не тут-то было, да? Мои ребята знают, как говорится, толк в войне. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, смогут ли они взять нас своей армией преимуществом. Блин, ну тут ассасины. Слушай, ну пока вроде бы, блин, фейлимся. Хотя мы с... вот огры, например. Твою налево, хотел только похвалить. Похвалил, но с ассасинами разобрались. Сейчас все, по-моему, решится. То есть основной поток, который бежит на тебе, да, с ним только разобраться, а дальше уже будет попроще. Видишь, все-таки мы разобрались без всяких бустов. Хоть их было 50 там с лишним, а нас всего лишь 30, там, 5. Но мы выиграли. И это самое главное. 284 уровень. Что нас тут поджидает? Раз, два, два паладина плюс... Вот если сейчас мои ассасины очень хорошо себя проявят здесь. Так. Ну, маги, опять же, ребят, повторю, маги почему-то очень быстро реагируют. Они оборачиваются и начинают бомбить. И вот паладины. Как с ними долго разбираются. Ну ты посмотри. Да. Заморозку сделаем нафиг. Блин, последний буст потратил. И не зря ли я его потратил. Вот ты посмотри. Вот именно об этом я и говорил. Смотри. Ну как они вот так могут делать, а? Этот тупорылый идет. Да. Тупорылый голем, действительно тупорылый, ребята. Ну давай сделаем немножечко тогда по-другому. Если я, к примеру, поставлю вот так вот все это дело. Викингов назад. Маги. Так, Барбосу тоже мы с тобой поставим назад. Просто хочу глянуть, будет ли какой-то толк от этого или же все-таки нет. Поехали. Блин, тут ассасинов нет, что-то я немножко попутал. Я вообще-то как бы от ассасинов защищался. Ладно, фиксим. Да, такое себе, если честно. Барбоса идет. Ну, давай, врывайся туда. Блин, один огр упал. Слушай, подожди, подожди. Может быть, все-таки у нас получится что-нибудь? Блин. Нет, нифига не получается. Чё у него такие заимбовые, блин, лучники? Вот объясни мне, пожалуйста, что за фигня? Да я нафиг сейчас попробую поменять кое-что. Где у меня там бараки? Сейчас, сейчас, сейчас. Сделаем так. Погоди секундочку, что там еще нам надо бы поставить? Ассасинов. Давай ассасинов возьмем. Вместо кого? Вместо вот так вот.
А бомберы я не буду. Не хочу это, не хочу, не хочу. Давай еще, наверное, лучников с тобой возьмем третьего уровня вместо стрелка. Так, и поменяем. У меня ассасинов, ага, два отряда. Два отряда ассасинов. Вот так вот, сейчас посмотрим. Вообще, рулят тут лучники или нет? По идее, должны или нет? По идее. Сейчас мы с тобой будем это проверять. Вот они тоже стоят у меня сзади, как и у него. Плюс у меня, не забывай, ассасины. Пока ассасины там, да, их что-то очень быстро разбирают. Вот серьезно тебе говорю, очень быстро. Видишь, лучники, ребята, бомбят. Бомбят своей вот этой, как говорится, прытью. Да, действительно. Чем больше лучников, тем круче. Все, они затащили. Вот так вот. Не все, как говорится, решают танки здесь. Давай дальше тогда. 285 уровень. Может быть, у нас и дальше пойдет все неплохо. Но здесь преимущество за нами. 100% тебе говорю. Тем более здесь лучников очень много. Ассасины мои постараются. А, у него тоже тут оказывается, да? Но это все равно ерунда. Огромное преимущество. Посмотри, какое. Все, перевес в нашу сторону идет. И последних добиваем. Нормуль. Все классно. О, умножение. Так, деньжат. Ух ты, неплохо привалило. Блин, копеечек. Трехзвездочный. Улучшаем. Четырехзвездочный. Ну, допустим. Давай-ка сегодня попробуем дойти все-таки на 290-й миссии. Постараемся. Давай-давай, лучники этих бомберов валим издалека. Ну, так, отлично. И остаются лишь маги. Блин, как они, конечно, если вот начинают свой залп делать, ты посмотри. Но все равно лучники, мне кажется, лучше будут, чем маги. Они как-то быстрее стреляют. Да? Офигеть. То есть, делай выводы, что нам лучше прокачивать лучников, чем магов. Хотя, может быть, маги круче против танков, предположим, да? Так, викинги тут бегут. Давай прямо вот сюда. Вот мне нравится, когда робот начинает сюда вот в толпу просто наяривать свои снаряды, тем самым нанося огромный урон. Так, так, перебегаем. И опять же победа здесь за нами. Круто. Так, ладушки. Остается совсем чуть-чуть. Сундучок с тобой заберем. Ну и, наверное, будем закругляться. Но это на сегодня, естественно. Так-то я думаю, впереди нас еще очень много ждет серий по этой игре. Блин, как они быстро огры-то ушатывают, а? Что же он такой ватный? Может быть, он слаб против взрывов? Я не знаю. Уж очень быстро он падает. Выпал нам лучник с одной звездочкой. То есть вшивенький, да, скажем так. 35... моих юнитов против... Точнее, 36 моих юнитов против его 35, но тут смотри. А, это фигня, там ассасины. Вот, если мы с тобой сейчас ушатаем этого огра, то победа будет за нами. А мои лучники постараются, поверь мне. Хе-хей. Классно. Быстро так еще главное. Ну что, 290 уровень. За сундучком. Как говорится, вперед из песни. Два огра, два паладина. Блин, и куча ассасинов. Да ну нафиг. А, они побежали за кем? Они за копейщиками бегут. Дурачки. Ну, пока мы ведем. Причем ведем очень хорошо. Так, огр пошел, да, увидел там, что ассасин орудует. Решил заступиться за наших. И правильно сделал. Так, 62 тысячи плюс сундук, в котором выпадает огр. Однозвездочный, которого мы можем с тобой улучшить. Окей, до трех звезд. Замечательно. Ну что, я думаю, в следующей серии мы, наверное, с тобой все-таки доберемся до 300 уровня. Я на это надеюсь. И остается нам всего лишь 48 наемников получить, чтобы открыть
эпическую карту. Ну что, ребята, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!